автор и исполнитель народных ассирийских песен Людмила Хошаба. Давайте поприветствуем, она здесь сегодня у нас в гостях не одна. Также у нас ассирийский ансамбль «Ниневия», город Краснодар. Руководитель ансамбля Георгизова Алла Георгиевна. Дорогие друзья, сегодня у нас в Урме идет праздник Хуба. А мы с удовольствием хотели бы поздравить наших жителей с 1 мая, пожелать здоровья и всего-всего прекрасного. Танец «Суита». Добрый вечер, Армавир. От всех ассирийцев России с праздником! Yeah.
Людмила Хошева, ваши аплодисменты! Армавицы, приведите еще одно поздравление от всех ассирийцев России!